нам солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Умывайся, Шишкин лес. Енот Енотыч, неправильно мы с вами живем. Почему это, Матильдушка? Да бесполезно как-то. Это почему же бесполезно-то? А потому как про нас с тобой в книжках не пишут. Не пишут, Леонардо. По телевизору не показывают. Не показывают. А потому, что мы с вами, Енот Енотыч, ничего такого важного не сделали. Нет, не сделали. Живем себе так, потихонечку. Вот, вот тот и оно. Потихонечку. А надо, надо дело какое-нибудь громкое, выдающееся придумать, чтобы о нас все услышали. Может быть, Леонардовна. Енот Енотыч. Что такое? Знаешь, что я решила? Ну что? Ой, может мне певицей известной стать. А попробуй, Леонардовна. Вот послушайте, как у меня выходит. Я Леонардовна, я певица, я лучше всех. Я признаюсь, мне немного надо, но лишь успех и снова успех. Ну как? Сильно, сильно, Леонардовна. Только громко слишком. Ой, ну ничего вы не понимаете. Это чтобы всем слышно было. Да, еще поешь ты не в попад. Эх, ну ладно. О, а я ведь могу и художником знаменитым стать. А попробуй, Леонардовна. А знаете, говорят, есть такие художники, которые на волю случая полагаются. Это как ты, Леонардовна? А вот как. Так. Раз. Раз. И готово. Ну, ну как? Очень уж и ярко, Леонардовна. Да и непонятно, что это. Нет, не по душе мне это. Эх, Енот Енотыч. А что, если б мне композитором знаменитым стать? Это музыку, что ли, сочинять? А ты сможешь, Леонардовна? Да сейчас такая музыка по радио звучит, да ее каждый сочинить может. Вот послушайте. Я такое каждый день слышу. Вот, потому и слышите, что это нынче модно. Ох, устарели вы, Енот Енотыч. Наверное. Ну что поделаешь, меня не исправишь. Да, так и проживете в неизвестности. Так и проживу. А я нет. Я думать буду, чем бы мне заняться, чтобы знаменитой стать. Так, ну думай, Матильда, думай. Всем доброе утро. Доброе утро. А что вы тут делаете? Ну, я так, пустяками занимаюсь. А Матильда о важном думает. Ой, Енотыч. Что? Ты мою машинку починил. А что ей без колеса валяться? Ой, спасибо, спасибо, Енотыч. Воксик, ты смотри. Куда? Книжки подклеены. Как новые. А книжки рваными быть не должны. На то они и книжки. Их читать надо, а не рвать. Спасибо, Енотыч. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Друзья мои, ну что вы так раскричались? Ой, сосредоточиться нельзя. Тетушка Матильда, да вы только посмотрите, что Енотыч сделал. Да, вот машинку починил, книжки подклеил.
Эй, да что вы, это ж пустяки. Ой, подождите, подождите, и мои спицы? Ой, вы мои спицы починили, енот, еноты. Ну, ты же сама говорила, как мне без моих спиц? А мне что, починить-то нетрудно. Это я ведь про важное не понимаю. А эти мелочи-то, о! Ой, ну и хитрец же вы, енот, енотыч. А почему енот хитрый? Ну ведь знали, оказывается, как жить-то правильно надо. А меня, сову неразумную, не поправили. Я? Вы. А как, еноточ, как правильно надо жить? Да я и не знаю, я про важное-то и не понимаю. Так это самое важное и есть – делать что-то для других. И неважно, большое это дело или малое. Ой, ну смотрите, смотрите, сколько вы радости всем принесли. Ухитрющий. Да. Ну ладно, ладно, ничего. Я тоже кое-что придумала. Ой, а что, девочка Матина? А вот пойду и всем пирогов напеку. Сладких! А может быть, не надо тебе с пирогами-то возиться? Это мое дело. А вы пока книжку какую-нибудь интересную почитайте, а? Ну, хорошо, хорошо, мой друг. Только давайте попрощаемся с ребятами. Давайте. До свидания, друзья. До встречи. До свидания, мальчики и девочки. И всего вам самого доброго. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.